95-35. Она идет под номером L30. Ударена в переднюю часть автомобиль. Бампера переднего нет, фары есть. Но крепления, возможно, будут сломаны. Автомобиль, капот поврежден. Номер мотора вот он, стерт. Такой не видно. САЕ 0790, все, что вижу. Здесь фара, крепление сломано. Жидкости все присутствуют. Так, автомобиль. Двери целые, крылья целые, колеса не очень, задние получше. Задняя часть автомобиля полностью целая. Повреждено немножко вот на крышке багажника. Ага, есть запасное колесо. Фонари целые. Крыша панорамная. На спидометре у нас 242 тысячи майлов. Машина не дымит.